Так, куда я попал? Что это мне дало? Судя по всему, вот в эту дверь мне надо, потому что там, я думаю, то самое фойе, которое мы видели. Так, давайте закроем дверь. Защелки нету. Я был бы рад. Так, где мой черный пистолет? Администрация. Что у нас здесь? Так, а это кнопка питания лифта. Теперь генератор заработает. Ну, это же хорошо. Собственно, я думаю, все, нам тут больше нечего делать. Нам надо подниматься наверх. К Гуверу. Или я что-то путаю. Еще один наган. Это хорошо. Чем больше наганов, тем лучше. Наверное, это кабинет маршала. Так, это что за бумаги? Давайте почитаем. Нет, это не то. Так, давайте сразу посмотрим, сколько страниц. Если до хера, то я читать не буду. Мало. Скоро я вернусь домой. Очень хочу со всеми вами повидаться. У меня есть основания полагать, что мое путешествие принесло хорошие плоды. Я встретился со многими потенциальными покупателями нашего товара. И, как предполагал, некоторые из них вызвали у меня определенные опасения. Всем известно, что историю пишет победитель, и что законные соглашения должны признавать факт завоевания. И в самом деле, что же праведного в пуле или бомбе, раз они возвышены над другими средствами уничтожения? Херня какая-то. Я поговорю с вами более обстоятельно, когда вернусь. В частности, мне много нужно рассказать Роберту. Очень важно, чтобы наши личные устремления и намерения подчинялись принципам высшего блага для семьи и города. Сектанты, бля. По мере того, как заветный час становится все ближе, для нас все важнее, чтобы все действовали в общих интересах. Если он не согласен, то нужно его заставить для общего же блага. В частности, он должен немедленно перевести свое чудовище в другую часть комбината. Какого хера? Какое чудовище? На комбинате есть чудовище. Люблю и благословляю всех вас. Айя Даган. Дагон. Какая херазь? Айя Гидра. Айя. Айя. Да пошли в жопу, сектанты. Ненавижу сектантов. Это письмо от Себастьяна Марша. Блин, вот так лучше. Шот. Так, что у нас? Больше тут ничего нету. Ну, судя по всему, в городе орудует секта, поклоняющаяся этому самому Дагону. Или Дагону, или Дагану. Мне похер совершенно. Секта эта под влиянием своей религии постепенно превращается в этих жабоподобных людей, которых мы видели, с жабрами и всеми прочими атрибутами настоящего поганца. И еще я из документов прочитал, что здесь присутствует какое-то чудище. Это я могу сказать, меня очень сильно удручает. Я ненавижу чудищ чуть более чем полностью. Ничего интересного. Так, и что? Охереть. Вот так вот. Вот так-то. Самый раз. Самое оно. Прекрасно. Так. Что это нам дает? Ничего, кроме записи. Ну ладно, запись это тоже хорошо. Куда бы мы без записей? Я уж как Бивис. Так, нам, видимо, этот лифт, что ли, я не понимаю. Тогда нам надо возвращаться. Там был спуск с той стороны, а с этой стороны он почему-то заперт. Ну и хрен с ним, когда есть два спуска. Зачем задаваться такими вопросами?
Так, все, идем вниз. Только осторожно. Так, и что у нас? Здесь у нас Гувер стрелял своего раненого, зараженного напарника, подчиненного. И где же, собственно, теперь он? И где же этот напарник? Напарник, видимо, просто растворился, дабы не нагружать оперативную память компьютера. А Гувер куда-то ущемил. Так, ну что, мы едем на самый-самый нижний уровень. Комбинат Марши. Здоровый комбинат Марши, я бы сказал. Так, я опять не могу двигаться, что ли? А, нет, все могу. Так, ну и что? Идем вглубь, углубляемся. Обработка золота. Это прекрасно. Конечно, очень вредная работа для легких. Но я думаю, зарплата у них нехилая. То есть в реальной жизни я имею в виду. Кого? Меня? Кто? Кто сказал такую глупость? Ой-ой-ой. Я что, патроны кончились, что ли? Ты раньше не мог об этом сказать? Мерзавец. Паскуда. Так, давайте включиться. Это все дурно пахнет. Сейчас, Марш, сука, ты мне за все ответишь. Я тебя сейчас найду и за яйца тебя к потолку подвешу. Скотина. Не, ну серьезно, что за гандон, а? Так, это что у нас здесь? Механизмы находятся за металлической перегородкой. Спасибо, Кэп. Ты, блядь, такой очевидный. Так, обработка золота. Не поддается. Ну и хрен с тобой. Раздевалки пусты. Блин. Так вот где Кэп. Кэп у нас в Инсмуте ходит, видимо. Я все думал, куда он делся. Так, что у нас здесь? Защищайте комбинат во имя ордена! Сектанты. Да упустите его! Отлично, в принципе. Сегодня у меня с меткостью все прекрасно. Не то, что, блин, позавчера. Так, что у нас здесь? Не поддается. Не поддается. Раздевалки, и раздевалки пусты. Кэп такой кэп. Так, это что? Сюда, видимо, шлак сбрасывали. Так. Дай-ка угадаю. Механизмы находятся за решеткой. Ничего интересного. Нет, не угадал. Это прискорбно. Так, здесь у нас газовые баллоны. Здесь у нас золото. Надо будет маленько себе отнить какой-нибудь стаканчик. Что это? Где это я? Это какая-то плавильня, как в Терминаторе. Надеюсь, я не пойду с пальцем поднятым вверх, как Шварц. А просто всех победю. Так, что у нас здесь?
Я тут, наверху! Господи, сделай же что-нибудь! Заткни пасть, Гувер! А что касается вас, мистер Уолтерс, мы по горло сыты тем, что вы все время суете свой нос в дела Инсмаут. Рад был вам помешать, Марш. После того, как ты стоял и смотрел, как умирает твой дружок агент, придет и твоя очередь. Стреляй! Застрели этого ублюдка! Быстро, Джек, сейчас или никогда! Так, это ж что у меня такое? Охереть! Че меня так шатает-то, блин? Че это было, я не понял. Странно, странно. Может, у меня какая-нибудь кровопотеря, я не знаю. Да нет, все нормально. Блин, так далеко сохранение. Вы что, издеваетесь, что ли? По-моему, просто нечестно. Я вообще не понял, что там произошло. Что за блядство, а? Ой, извините, я сегодня много матерюсь, что-то я сам заметил. Надо прекращать. Дайте комбинат во имя ордена. Из места. Ну что такое-то, блин, давай, перезаряжай уже. Так, вас же больше вроде было тут. Так-то у нас аптечка, по-моему, была. А здесь у нас механизм за решеткой. Находится за металлической перегородкой. Кэп не дремлет. Так, нет, аптечки у нас, к сожалению, нет. Давай, бежим, бежим, бежим. Что у меня со здоровьем там? Все хорошо. Вроде по мне попадали. Убейте его! Убейте его! Так, что-то неудачно все пошло. Да, блять, падайте уже. Ну ладно, пойдет, я думаю. Хотя могло бы быть и получше. Так, аптечек нету, я, блин, что-то в прошлый раз невнимательно смотрел. Может, пропустил чего? Ну давай, давай, давай. А, давайте подлечимся. Раз у нас аптечек полный, уже инвентарь. Так, ну я надеюсь, больше таких глупостей не будет. Взяли, просто нечестно меня убили. Так, ну бери-то патроны, елки-палки. Еще патрончики. Это ж хорошо. Так, вот тут я и сохранюсь, пожалуй. Я не видел в прошлый раз этот сейф. Позор мне. Позор. Сколько времени потерял? Целых несколько минут ваших драгоценных. Ну, я думаю, вы меня простите за все манеры, которые я трачу для вашего развлечения, дорогие зрители. Заткнись, Гувер! А что касается вас, мистер Уолтерс, мы по горло сыты тем, что я по горло сыт с тобой уже, Марш. Ты мне за все ответишь. Рад был вам помешать, Марш. После того, как ты стоял и смотрел, как умирает твой дружок, агент, придет и твоя очередь. Так, меня сейчас опять начнут контузить. Застрели этого ублюдка! А, да нет, вроде. Что это в прошлый раз такое было? Да что такое, я не пойму. Мне его оттуда прямо застрелить снизу, что ли, надо? Харе издеваться-то надо мной. Люди добрые. Наверху! Господи, сделай же что-нибудь! Заткнись, Гувер! Ой, заткните его, пасть, вы мне уже надоели. Рад был вам помешать, Марш. После того, как ты стоял и смотрел, давай, 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 давай. Придет и твоя очередь.
Стреляй! Застрели этого ублюдка! Сейчас застрелю. Скорей же! Че меня опять глючит-то? Быстро, Джек! Сейчас или никогда! Так, вот теперь, я думаю, мне можно подняться, да? Можете оставить там? О, еще бы чуть-чуть и все. А ты что не поднимаешься-то? Ага, ну ладно. Я тебе очень благодарен, Уолтерс. Из тебя выйдет первоклассный агент. Опа, меня уже в агента записывают. Ночь пыток сильно сказывается на настроении. Если бы ты стрелял так же, как болтал, марш бы не сбежал. Ой, глотнем пока. Горло пересохло. Вы сами велели его живым взять. Это было до того, как этот псих пытался меня убить. И еще, у пульта он оставил свой кейс. Думаю, в нем хватит улик, чтобы оправдать проведение полномасштабной операции. Гранатовый сок рулит. Так что, если ты доставишь его в разобранном виде, я не обижусь. Главное, возьми эту сволочь. Возьмем, братень, обязательно. Что ты смотришь на меня? Так. Проклятие. Марш запер за собой дверь. Хорошо. Запер. Что делать мне дальше? Нет, туда я точно не пойду. Хрена с два. Так, ну будем искать где-то сзади, видимо, у нас есть обход. Ну, допустим, вот это вот. Ага. Вон оно как. Так, мне подлечиться не надо случаем. Да, ерунда у меня. Небольшая ссадина на коленке. Всего-то глубиной 3 сантиметра. Золото. Много золота. Ой. Что за... Чё-то мне все это не нравится, Бен. Это он про это чудище, что ли, говорил? Э? Охереть. Что это за звуки? Видимо, тупик. Блин, никогда на жопе такая тварь висит, а? Только не застревай. Давайте я дверь закрою. Может, она дверь не умеет открывать. Что-то там, блин, неприятное было. Это отвечаю. Явно было так. Тихо, не надо ничего такого. Ребят, я запишусь сначала, а потом уже делайте, что хотите со мной. Ой, блядь. Твою мать, она по полу, по потолку ползает, как хочет, а? Эй, я что только что был. Что-то сюда приближается, я чувствую. Да я тоже чувствую. Надо валить отсюда. К ебреньки. Уа! Это что за нахер? Блять, заткнитесь. Я ж тут только что был. Ага, дверь заперта, да? Соснула? Тварь. Да чё такое, блин, а? Просыпайтесь, мистер Уолтерс! Да, у нас, похоже, проблемы.
чтобы ты понятия не имеешь, с чем ты столкнулся. Марш, скотина. Я хочу, чтобы вы стали свидетелем мощи ордена Дагона. А я Дагон. А я Гидра. Все, выглядите понимать. Не волнуйтесь, скоро все закончится. Я тебя убью, поганый ублюдок. Ой, локализатор молодца. Какой же он убогий. Ну, конечно. Но давайте подождем окончания кормёжки. Твою мать! Это что за херота? О, чёрт! Ого, это гладья у меня такие. По-моему, здесь можно спрятаться. По-моему, тоже. Так, что у меня двоится-то в глазах? У меня там со здоровьем все нормально. Давайте-ка подлечимся на всякий пожарный. Так, и что мне с тобой делать, свинья? Наверное, механизм испытал перегрузку и предохранитель перегорел. Перегоревший предохранитель, пахнущий горелым металлом. Так, а сюда случаем нельзя воткнуть этот брошрут? Ее не закоротит? Хер там. Так, что мне делать? Сюда я не пройду, здесь перегораживают вот эти щупальцы, как в Хала. У этих, как там называется, блин, флат. Там у них вот такие же ростки из рож торчали. Так, ну мне остается, видимо, он туда. Ой, блядь. Я думал, щупалом своим, что на меня бросался он тебе. Так, что мне делать? Не открывается. Отлично. Хорошие новости. Вот сюда? Может, по этой лестнице? О, блядь. Блин, тут тоже не пройдешь, да? Скотина, а где мое оружие? Может, ты, блин, бошку себе отобьешь? Вот так. Да охереть просто. И что мне тут делать тогда? Ай, блин. Давайте лечиться. Лечиться, лечиться, еще раз лечиться, как завещал дедушка Ленин. Понятия не имею, как тебя убивать, здоровая мразь. Я думаю, мне вниз туда надо идти, только как-то отвлечь это щупальце, но вот как? Каким образом? Ай, да ты, блин, ты вообще достаешь до меня, хрен знает как.